ну и собственно говоря, вот М12 зарядка. Сейчас будем ее переделывать согласно данному мануалу. 10-м торксом выкручиваем 4 крепежных саморезика. Так. Ну. И еще и антивор есть. Так, вот он где стоит. Что мы тут имеем? 120 вольт входящая, а надо сделать 220. Сказали, что полностью подходит конденсатор. Итак, использовать будем стабилитон. Купил 12 тысяч. Вот маркировка. Но все это будет в описании, соответственно. Итак, что мы тут имеем? У нас здесь конденсатор на 440 микрофарад. Это не тот, вот он. 100 микрофарад на 200 вольт, два штуки. Соответственно, здесь нам нужно что сделать? Вот этот. Вот эту. Дорожку разорвать. Почему-то на большинстве видео делают именно таким ножом. Это непоханое поле. Звоним для проверки. Итак. Отлично. Ну и соответственно нужно будет выпаять вот его. Так. Полярности он не имеет, поэтому впаиваем.
ключи так делают, но на него ставят сейчас и мы поставим тоже только надо чуть побольше. Чтобы ничего не каракнуло, пускай сохнет. Ну, пока сохнет, проверим на короткое. Есть. Здесь есть. Тут почему-то нету. Так, странненько. Все есть. Теперь проверяем. Так, на короткое. Ничего. Нормально. Лак пускай сухнет. Тем временем пока соберем немножечко. Опа. Антибора. Убираем. Так. Отличненько. Это можно отрезать. Чистим. После пайки. Это все. Закинули одну, вторую, эту.
установили. И 10-м торксом закручиваем обратно. Жалко, что нет аккумулятора для проверки. Ничего не горит. Странненько. Так. В общем, как ни удивительно, но проверили, схема довольно-таки рабочая. Вот. Никакого сигнала о том, что, ну, там, в общем, ничего не светится, если на холостую воткнуть его. Но как только включаешь аккумулятор, сразу начинает гореть красным. Красное означает то, что идет зарядка. Зеленым загорится светодиод только после того, как зарядится. Ну и, соответственно, если плохой аккумулятор, то будет поочередно мигать. В общем, как-то так. Но схема действительно рабочая. Все остальное в описании.